В настоящий момент идет монтаж конструкций. По городской программе было выделено 2,5 миллиона рублей. Скейт-парк восстанавливают после пожара, который произошел минувшей осенью. Для того, чтобы ситуация не повторилась, будут усилены меры безопасности. Помимо видеонаблюдения, в ночное время территорию охраняют, а днем за порядком будут следить администраторы. В управлении по делам молодежи говорят о принципиальной позиции администрации города-курорта. У многих вставал вопрос, что же будет с той территорией, которая освободилась после пожара. Была дискуссия и в интернет-сообществе, и просто люди говорили, а что же будет замена сгоревшего скейт-парка. Мы понимали их озабоченность, потому что действительно это участок в центре города, но здесь была принципиальная позиция главы нашего города. В той ее части скейт-парк должен быть восстановлен. Кроме того, обновленный скейт-парк будет действовать как единый молодежный комплекс. Ранее здесь же смонтировали площадку для занятий уличной гимнастикой, воркаутом. В управлении по делам молодежи отмечают, что скейт-парк в самом центре Анапы был и остается центром притяжения для молодых людей, которые предпочитают активный отдых.